Всем привет, дорогие мои! С вами Коннова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами поговорим о большом заказе нижнего белья. Ну и еще кое-что я заказала, может быть, будет проскакивать, да? Ну, давайте, во-первых, посмотрим вот на такую вот пудру иллюминайзер для лица, мерцающая вуаль. Это полупросвечивающий такой оттеночек, который мне очень-очень нравится. Артикул 6074. Вот, штучка классная, сюда нажимаете, в бок она открывается, вот так вот она выглядит, она подходит под тон моей кожи, да, то есть вот это вот зеркальце тут идет и пуховочка такая вот, да, вот, оттеночек немножечко более розовый, чем на камеру, да, то есть она мне очень нравится, она полупросвечивающая и слегка-слегка вот мерцает, да, то есть благородный такой отлив, оттеночек. Я ее использую на поверх тональной основы, она отлично матирует, все вот это вот выполняет все эти функции, и еще использую иногда просто поверх блер крема, да, то есть вот давайте я вам покажу блер, артикул 1049, вот такой вот кремчик, он был полный, но сейчас уже заканчивается, я подзаказала себе новенький. Вот, обычный дневной макияж поверх блер, и в принципе мне очень нравится. Далее маме заказала палету для бровей, мне эта палета понравилась. Вот, она идет не сильно, как вам даже сказать, прям темные, да, то есть, но очень такая хорошая, пигментированные такие оттеночки, замечательные, да, то есть это начало бровки, это окончание бровки, да, то есть более темного оттенка, к сожалению, нету, но маме такую и надо. А это, чтобы выделить бровь, также можно сделать с нею макияж. Тут в составе идет кисточка, довольно-таки нормальная, удобная кисточка, тверденькая, хорошенькая. Наносить ей очень даже удобно что-то. Да, вот, давайте с вами посмотрим. Да, то есть таким вот образом она наносится. Ну, я, конечно, очень много набрала. Кисточка твердая, острая, бровь прорисовывается великолепно. Ну и еще в составе идут щипчики. Обычные такие щипчики, нормальные такие, да. То есть вот такая вот палеточка. Мне она, в принципе, нравится, и у меня такая была, но я взяла палетку с более широким, как вам даже сказать, с более широким гаммой, палитрой, но она у меня уже заканчивается, поэтому я себе еще новую, вторую такую же заказала. Также хотелось бы вам показать вот такие вот прокладочки, ежедневочки. Очень они мне нравятся, безумно классные, суперские гигиенические прокладки, идут с неоновым чипом. Это ежедневочки, тут их 20 штучек, артикул 112.88. У нас есть ночные, дневные и вот ежедневные, 155 миллиметров. Да, то есть неоновый чип, который в прокладках может сгенерировать до 5800 анионов на 1 кубический сантиметр. Он предотвращает размножение бактерий, приводящим к воспалениям. Такая вот хорошая штучка. Вот, пожалуйста, да, то есть она действительно легкие, они действительно классные, дышащие, легкий аромат зеленого чая, очень легкий, невесомый, он вас не будет раздражать, да, то есть тут многоразовая упаковочка, также их можно взять с собой, потому что они удобно упакованы, закрыты со всех сторон, да, то есть чтобы ее раскрыть, нужно еще вот так вот, да, отрывать. Да, как вы видите, можно прям в сумочку кинуть в какое-нибудь отдельное отделение, да, вот она такая, и вот тут вот, значит, у нас идет липкий слой полностью по всей прокладочке, да, вот, видите, липкий слой полностью целиком, прокладка очень хорошо держится на нижнем белье, как бы заказываю их уже. Ну вот вы знаете, может быть, даже 2, 3, 3, ну, может быть, иногда и 4, может уйти пачки за месяц. Но вообще-то 3. Ну, у нас 2 девочки в доме, поэтому, конечно, это нужно. Ну и далее побежим с вами по нижнему белью. Вот какое оно есть. Сразу предупреждаю, что буду сильно шабаршать на камеру, но зато вы увидите, в какой упаковке что приходит.
Это новинки нового каталога Flaranche. Значит, сейчас у меня в руках трусики слипы, размер элечка. Размер элечка. Так, могу сказать, что они более такого кремового цвета. Не знаю почему, но камера не дает. А вот, вот, все, поменяла цвет на лампе и нормально. Вот сейчас оттенок хорошо передается. Ну-ка, дайте проверю. Да, вот смотрите, даже оттенок для бровей очень хорошо передается. Так, и пудра, да, и пудра точно такой же оттеночек. Вот теперь точно, я вам не вру, они такие есть. Очень классные. Мне понравилось то, что они простенькие, хорошенькие. Flaranche — это всегда очень высокое качество. Сзади нет никаких полосочек, ничего. Это такая повседневочка, носить с удовольствием. Тут идет хлопковая лосковица под гигиенической защитой, как вы видите, все шовчики. Так. Так, все шовчики просто наиидеальнейшие, да, то есть никаких нареканий к продукту, ну, мне кажется, и быть не может. Ну, даже если попадется брак, сразу вам честно скажу, что было пару раз, что попадалось что-то там с одеждой, да, но я все равно это показывала на камеру, поэтому при вас первый раз раскрываю. Значит, артикул 502, Катарина, это набор 502-058. Вот такие вот трусики. Далее бюстгальтер к ним идет. Тоже такой обычный, простенький. Артикул 502-049. Я взяла 85C. Тут, значит, идут такие вот вкладочки. Ну, их, конечно, сразу же в ведро. И, значит, вот такой вот он симпатичный. Очень мне понравился. Нежный, легкий, суперский. Никаких нареканий нет к продукту. И вот, пожалуйста, эти вкладыши, которые я достаю, потому что они мне, в принципе, не нужны, да. И получается просто классный бюстгальтер push-up. Да, вот таким вот образом. Ага. Вот. Значит, тут идет вкладочка. Еще одна вкладочка. Далее тут косточка, как вы видите, сбоку вставлена. Тут идет 3 ряда петелек, 49 полиамид, 28 хлопок, 18 полиэстер, 7 эластан. Ну, значит, тут еще вот, смотрите, какой логотипчик есть. Довольно симпатичное бельишко, висюлечки тут, бантик. Вот, а внутри это все, по идее, хлопок идет. Мне очень нравится именно с вкладышами, просто супер. Косточки тут вставлены очень качественные, хорошие, проблем нареканий к продукту никогда не бывает. Они ни разу у меня ни одна косточка не выпала. Поэтому, конечно, да, за такие бюстгальтера я очень, как бы, люблю очень такие бюстгальтера. Посмотрите, да, издалека, как он смотрится, очень красиво. Далее заказала я вот такой балконетик. Это ангел, да, оба набора ангелы. Вот такой упаковочке они приходят. Значит, артикул идет 502-123, это у L размера. Очень такие хорошенькие. Трусики мне, конечно, сразу очень-очень понравились, да. Тут, значит, висюлечка такая вот идет, бантик. И спереди они простенькие, а вот сзади... прям такая классная красотища. И шовчик идет по центру. Тоже здорово, да? Тут внутри также идет в составе хлопковая ластовица и гигиеническая защита. Такие вот кружева довольно-таки плотные, хорошие. И, честно вам сказать, качественное и отличнейшее. Далее посмотрим с вами бюстгальтер. Тут бюстгальтер артикул 502-114. Значит, тут у нас идет 3 крючочка, тоже отличное качество. Значит, нету, как вам даже сказать, нету тут пуш-апа, просто поддерживающий такой эффект. Это чистый балконет, который тут вот отстегивается, и специально очень толстенький корсетик, тоже с поддерживающим, совсем, чтобы бюстгальтер хорошо держался и без, получается, хорошо держался и без бретелек. Я такие балконетики очень люблю. А, и тут еще идет просиликонина. Вот видите, силиконовая такая вставочка, чтобы он не сползал. Очень такая тоненькая, маленькая. И снизу она идет. Да, то есть тут на бюстгальтере ее нету.
Вот поролон, ну или не поролон, не знаю, как он называется. Прошу прощения заранее. Очень такой... А, это просто тут. Очень тоненький, тоненький, тоненький прямо. Объема толком он вам не даст, да? Далее, далее. Значит, что я еще заказала? Так, это значит, жасмин у нас пошел. Жасмин у меня полный комплект, потому что мне очень понравился данный насыщенный оттенок. Посмотрите, какая красота. Это сверху вышивка или что это? Я даже понять не могу. Но это точно не рисунок. Такое чувство, что это вышито прям вот так вот тоненько, красивенько. Да, посмотрите. Вот такая вот красотища. Тоже идет без вставок, без пуш-ап. Далее кружевной вот такой корсет идет. Тут идут два крючочка, а петелек тут получается 3 ряда. Очень красивый. Так, тут все очень хорошо пришито, прошито, то есть не отстегивается, как вы видите. Лямочки регулируются целиком, что мне очень тоже нравится. Не во всех бюстгальтерах лямочки целиком регулируются. Ну, просто такой вот шикарный-шикарный красивый бюстгальтер. Он действительно мне нравится. Такой атласный, суперский. Далее, значит, такие вот трусики. Это L. Они идут с завышенной талией. Артикул 502-153. Ну, давайте будем смотреть. Да, талия очень такая завышенная. То есть у вас все утянется. Очень плотное кружево. Хорошо будет утягивать животик. Это 100%, я вам гарантирую. Вот, также тут идет такое вот кружево. Ну, это трусики, да, то есть сзади просто вот обычные черные, да, большие трусики. Могу сказать, что я в последнее время их полюбила, потому что они отлично формируют талию у девушек. Ну, кто... 48-50 размер, вот они отлично мне подошли. Значит, я брала элечку. Далее, вот такие вот трусики, тоже в линейке жасмин, синий. Значит, это простые слипы идут, артикул 502-148. Вот такие хорошенькие, и сзади уже идет кружево. Смотрите, как здорово, есть шовчик. Также во всех трусиках, прям даже не буду вам говорить, что во всех до единых трусиках есть хлопковая ластовица и гигиеническая защита. Вот, без гигиенической защиты на возврат у вас не возьмут нижнее белье. Тоже очень достойный такой комплектик. Прям хочется уже его надеть и носить, девочки. Я, если честно, так люблю нижнее белье. Я покупаю его не только в компании Faberlic Florange. Я могу и в магазине пройти, купить там красивый домашний халатик. Вот, решила заказать еще вот такой вот посмотреть. Так, это у нас 85C. Да вы что? Ну, как-то, мне кажется, маловато будет. Так, минуточку, минуточку. Да, 85C размер. Угу. Да, тоже вот, мне кажется, что... А нет, в принципе, хорошая чашечка, большая. Да, то есть вот тут идет косточка, чтобы поддержать грудь. То есть мягкий такой вот лифчик, да, приятный, классный. А никаких нареканий тоже к нему нету. Да, тут идет хлопок, тут атласная какая-то ткань, да, то есть очень красиво. Косточка намного мягче, чем в корсетном, да, варианте. Ну, 3 ряда петелек на 2 ряда, 3 на 2. Тоже очень симпатичный, красивый. Понравился, честно вам скажу, очень понравился. Далее давайте с вами рассмотрим вот такую вот модельку. Это у нас идет Катарина. Катарина. Так, вот в таком, значит, пакетике она приходит. Артикул у Катарины 502-383. Так, тут уже, как вы видите, идет пушап. Тоже достаются вот эти вот подушечки. Также в составе идет бумажка, чтобы бюстгальтер не деформировался. То есть точь-точь такой же, как тот кремовый, только зеленый цвет. Цвет очень красивый, насыщенный, классный. С удовольствием буду носить. Хотя говорят, что зеленое белье это не так хорошо, но, вы знаете, мне он очень понравился.
Самое главное, что качество классное, да, то есть вы сами можете регулировать эффект пушапа. То есть достали, убрали, захотели, положили, да, и так далее. Так, это значит у нас трусики слипы с завышенной талией идут. Артикул 502-397. Вот такие вот хорошенькие трусики. Ну, такие, знаете, простоватые по сравнению с бюстгальтером. Бюстгальтер, конечно, очень красивый. Трусики же, конечно, очень такие простоватые, я бы сказала. Но тоже смотрится достойно. Тут вообще не тянется, потому что тут животик надо подбирать. И немножечко тянется резиночка. Резиночка не очень тугая, но весьма упругая. А далее, значит, также хлопковая ластовица с гигиенической защитой. Но я уже вижу, что они мне 100% подойдут. Обожаю новое нижнее белье, новые цвета. Такого цвета у меня еще нету. Я довольна таким цветом. Далее, значит, в Катерине еще шли обычные трусики слипы. У них, скорее всего, будет точно они такие же будут, да, то есть вот попа и вот перед, да, то есть точно такие же, только слипы. Очень симпатичные. Но качество всегда нижнего белья, качество меня очень радует. Значит, артикул 502-392. Бюстгальтер Мариэлла. Ну, давайте будем смотреть. Значит, бюстгальтер 85C, артикул 502-290. Ага, и вот сзади как раз идет вот такая вот красивая кружевная бретелечка. Да, обе бретелечки очень красивые, суперские. Далее, так, лицевая часть бюстгальтера, чистый такой черный атлас. А тут пуш-ап не достается абсолютно, да, как вы видите, абсолютно не достается. И он весьма толстенький такой, очень такой толстенький, прям, не знаю даже, как описать. Тут есть висюлечка красивая, симпатичная. Вот, и далее, значит, бретели не отстегиваются. Угу. Тут идет косточка. Вот в этом вот раз... и вставлено кружево такое, вот как бы минимализм такой, да. Ну, очень даже красивый. Я себе его с удовольствием оставлю. Угу. Очень даже хорошенький. И вот такие вот кружевной бюстгальтер, да, то есть кружевные лямки, которые. В принципе, и тянутся хорошо, и длина изделия регулируется вот наполовинку, получается, длина лямочки. Очень красивый, да, такой бюстгальтерик. Далее, Мариэлла, трусики с завышенной талией. Давайте с вами посмотрим. Так, так, артикул, у трусиков. Значит, у нас с вами идет 502-304. Размер элечку я взяла. Так, угу. Ну, тут не особо такая крутая завышенная талия, я вам могу сказать, но очень симпатичные трусики сами по себе, да, очень красивые. Так, это попа у нас уже пошла, да, то есть вот так вот они идут на попе. Тоже здорово, отсвечивают немножко, да? Ага, то есть вот такие вот они нежные, мягкие, как вы видите, полутакие просвечивающие, очень такие... Резиночка упругая, но слабенькая. В принципе, все здорово. Я думаю, давить не будет ничего. И обычные слипы Мариэлла я еще заказала. Черного белья, мне кажется, должно быть всегда много. Оно самое такое, да, кремовое, черное, но самое такое универсальное. Ну, как вы видите, обычные плавочки, очень красивое кружево, очень высокое качество у белья. Да, такой вот минимализм, очень даже приятно. Значит, вот это вот у нас попа идет. Да, как вы видите, вот попа идет. И вот идет перед. Ну, тоже симпатичный. Я могу сказать, что я довольна этой линейкой. Далее, вот такой вот еще оттеночек я заказала. Это тоже идет у нас Мариэлла. Мариэлла. И последний набор это Розали. Еще покажу вам карандаш для бровей, который мне понравился после Розали. Значит, так, это у нас... А, я вам не показала слипы Катерина.
Но мне кажется, уже бесполезно слипа Катарина показывать. Да, это то есть вот от этого вот наборчика. Знаете почему? Потому что они все одинаковые, просто разных тонов. Артикул 502063. Просто кому какой нравится. Да, то есть вот я так понимаю, что в воде одна модель выпущена в разных цветах. Это во флоранж впервые. И, конечно, ну, прикольно. Угу. Так, далее, значит, Мариэлла у нас идет такая насыщенная, бордовая. Значит, вот такая вот красотка, да, точь-точь, как вот черный бюстгальтер. А, значит, артикул 502-264. То есть, и получается, она такая же плотная, как черный бюстгальтер. И вот такие же вот кружевные бретелечки сзади, да, то есть, вот прям точь-в-точь. Также тут 4 ряда крючочков, а 3 ряда крючочков на 3 ряда вот петелек, да, то есть и так по 3. Очень такой красивый, конечно, да, цвет приятный. Минимализм такой, да, с изюминкой по краям. А, кстати, везде вот такой логотип флоранж приделан. Далее Мариэлла слипы. Давайте посмотрим, значит, артикул 502-273. Угу. Тоже очень такой красивый оттеночек. Я вам сейчас попу показываю. И вот как выглядит перед. Да, может быть, на черных не так было видно, а на этих видно очень даже хорошо. Очень такое классное кружево. Мне нравится. Ну, такая скромная коллекция. Хотелось бы, конечно, выбор, честно вам сказать. Хотелось выбор больше. Хотелось что-то интересненького, завлекающего. Я вот вообще очень люблю новое нижнее белье. Значит, трусы слипы с завышенной талией 502-278. Такие вот, да. То есть, это попа, а это у нас перед идет. Да, то есть, такие же, как и черные. Артикул 502-315, называется Розали. Так, сзади, спереди, да? Ну, вот такое вот обычненькое, простенькое, очень простое, да? То есть, тут идет рисуночек, ниточка какая-то была, да? То есть, рисуночек делит грудь пополам и немножко кружева. Очень красиво оформлены в этот раз лямки везде, да, то есть, как вы видите, тут вставлен корсетик, и такое чувство, что он вообще весь хлопковый, да, весь такой натуральный. Значит, пушапа тут нет, тут просто идет формованная чашечка, которая, так, это что вообще? А, это просто тут осталось, да, с производства. Значит, идет формованная чашечка, очень-очень тонкий вот этот вот слой. Очень тонкий. Значит, вся красота, я так понимаю, что в лямках. Да, так, тут что? Тут прошито все. Значит, вся красота в лямках. И бюстгальтер наполовину только регулируется. И логотипчик флоранж. То есть, такое простое белье на каждый день, чтобы было комфортно носить. Я так понимаю. Значит, трусики слипы Розали. Вот, вся коллекция у нас идет разработана, вот пишут, в Швейцарии. Значит, артикул 502-334. Да, то есть вот такие вот очень простые трусики. Да, то есть ничего лишнего. Да, обычные темно-синие такие вот трусики. Натуральная ткань такая хорошая. Также тут идет хлопковая ластовица с гигиенической защитой. Это попа. Да, то есть такой минимализмный. Ну, это я уже тут шутки шучу. И трусы Макси. Вот мне интересно. Обычно пишут с завышенной талией, а тут написали Макси. Я так удивилась. Думаю, дай закажу, попробую. Ну, это обычные трусы с завышенной талией, как вы видите. Вот. Не знаю, подумаю над этим бельем. А, скорее всего, отправлю на возврат. Это мне слишком простое. Но оно, вы знаете... Оно очень комфортное. Вот мне кажется, в дорогу вот такие трусики Макси надеть вообще вот невероятно крутые, приятные, натуральные такие вот ощущения, да. Как бы белье полностью такое вот дышащее, прямо хорошее. Вот, поэтому я еще подумаю. Скорее всего, не знаю даже, верну, не верну. Но белья у меня так-то много, я если буду возвращать, то без сожаления.
но скорее всего оставлю даже на дорогу. Так, очень мне понравились трусы боксеры, значит, состав 95 хлопок, 5 эластан, цвет белый, размер XXL, артикул 83-463, это для мужа я, понятно, что заказала. Очень качественные, очень качественные, очень крутые, очень классные. Фабермен тут написан, а, Faberlic Man. Вот, честно сказать, прям 5 с плюсом этим трусикам, они действительно хорошенькие. Да, то есть тут идет двойной слой. В этом месте тут по одному слою, да, вот если натягиваю, видите, да, то есть тут более плотное все такое вот. Классные трусики заказала, и еще, по-моему, заказала, но они у меня попали в автозаказ. Ну, понятно, их такие классные, их, конечно, разбирают. Для душа Органа и Лотос, это мой любимчик, густой, классный, хорошо пенится, он идет ухаживающий. Идет ухаживающий 200 миллилитров, артикул 24-16, аромат у него просто наиприятнейший, он вот такой вот густой кремовый, его надо немножко, аромат просто такой какой-то сладкая цветочная ваниль, но не бьющая в нос, очень такой приятный, достойный женственный аромат. Вот, тут в составе входит расслабляющие масла, вот, и также есть увлажняющее средство, увлажняющие компоненты, вот, которые увлажняют кожу, да, то есть это крем-гель для душа, сокровище Востока. Это не бюджетная линейка, но она мне тоже очень-очень нравится. Далее, вот такой вот наборчик я заказала, он мне очень нравится. Тот наборчик у меня подходит к концу, но к концу подходит всего лишь один цвет, это вот этот вот оттенок. Мне бы вот, знаете, для идеала, мне бы хотелось вот этот оттенок, он не желтый, как на камеру, не знаю, почему он такой кажется. Вот, именно вот этот вот, хотелось бы в два раза больше, а вот этих вот в два раза меньше. Да, то есть он действительно такой кремовый, а на камеру я вижу, что желтит. Да, то есть это такой вот идет оттенок, который очень мне нравится наносить его на нос, под глаза, да, то есть, ну, это что-то типа хайлайтера, да. Второй оттенок, это румяна идут, очень такие искристые, классные, но у них очень такой, как вам даже сказать, приятный аромат, ой, приятный оттенок, и блеск тоже очень приятный, еле-еле уловимые такие вот блесточки у него идут. И далее это полностью матовый, получается, мы оттеняем лицо, да, то есть полностью матовая такая классная штучка, вот, хорошо ложится. Идеально вот прям так тушуется, и вы очень можете свое лицо сделать худым, красивым. А в составе нет никаких кисточек, значит, но мне понравилось, да, то есть это именно для скульптурирования лица. Вот, хорошая штучка. Нужно точить, да, не пойму, почему желтый оттенок. Надеюсь, на камеру не будет потом в записи желтый, да. То есть это вот такой вот беленький карандашик для водной линии глаза. Я его использую, чтобы глазки были ярче, красивее. Очень мне нравится этот оттеночек. Он светлый-светлый такой, но он идет больше с таким кремовым подтоном. И получается как бы, ну, натуральненько, да. То есть я высветляю эту область, но не делаю ее чисто белой. Держится он отлично. Значит, он заявлен как каял. Каялы — это те как раз самые карандаши, которые можно наносить на водную линию, да, глаза. 52-45 артикул. Вот такой вот. Ну да, приятненький такой карандашик. Вот видите, тут аннотация идет. Очень такая длинненькая, не на русском языке. Вот, ну и карандашики для бровей, которые мне очень даже и понравились. Этот я наношу в начало брови, достойный такой карандашик, а этот уже на конец брови. Они суперские, они классные, я очень довольна. Если не помните, я вам как-то вам показывала в новинках, что они мне не очень понравились из-за того, что они мягкие. Так вот, я поменяла свое мнение. Вот, то есть вот такой вот оттеночек. У меня есть, это он более темный на камеру и вообще без рыжинки, если что. Да, то есть он абсолютно без рыжинки. Он очень хорошо, можно тонко вот так вот реснички, да, ой, реснички, говорю, тонко бровки таким образом прокрасить, да, свои. И потом вот растушевать вот этим вот, вот этой вот кисточкой.
кисточка тушует просто идеально. И получается очень даже супер современные брови, красивые, да. Ну, вы меня поняли, что тут надо немножечко, конечно, было в бок. Но как уж получилось у меня на камеру показать. Потому что я смотрю сейчас в камеру. Да, тушуется отлично, все здорово. Он чуть-чуть, даже не на чуть-чуть, темнее и без всякого оттенка рыжинок. Очень понравился данный карандашик. И последний карандашик. Ну, этот карандаш чисто, мне кажется, для натурального макияжа, для каких-то блондиночек совсем светлокожих. Мне он подошел в том плане, что я очень часто люблю на день делать обычный дневной макияж. И он очень хорошо гармонирует у меня со светло-коричневыми тенями. Он идет очень такой светлый, более чем на 1,5 миллиметра, да, то есть тут он, видите, они оба такие длинные. И я очень много сломала этого карандаша, именно на этом светлом карандаше я хотела начать пробовать свой макияж вот, бровей, да, до этого я использовала только тени. Очень классный, хороший оттенок. Мне он понравился. Он светлый, он нисколько не придает рыжинки. Еще раз хочу вам пометить, что прям нисколько. Потому что вижу, что камера у меня сегодня что-то не то с освещением, что ли, да. То есть он очень такой приглушенный, классный, держится отлично, хорошо. Но если я, к примеру, куда-то еду, я знаю, что я сейчас сяду в поезд, после поезда на самолет, и куда-то 20 часов мне надо добираться, я могу еще тенями сверху наложить поверх, получается, этого карандашика. И также тут идет то же самое, да, то есть тушуется отлично. Кисточки обе довольно такие, знаете, прям крутые, упругие. Мне понравились они. Да, то есть они тушуют великолепно, замечательно. Бровки становятся такими ухоженными, приятными. То есть тут из-за того, что он такой тоненький, можно делать даже волосковую технику, и у вас очень хорошо получится ее сделать. Действительно, факт. Да, так, артикул у данного карандашика 5223. Он тут идет 0,06 грамм. Вот, а у этого карандашика артикул потемнее 55-62. Да, то есть такой натуральный макияж классный получается. Ну все, мои дорогие, с вами была Комнова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Это был мой огромный заказ по нижнему белью. Вот, есть сомнения по темно-синему белью, остальное белье годик, я думаю, пару годиков я поношу с удовольствием. Вот, ну все, всем пока-пока, рада была быть вам полезной.